Так, Анжик готовится к купанию. Не, не купанию, сейчас сама. К ломанию дырки для плавания. Вот там, как мы можем наблюдать, какие-то остатки былой проруби. Возможно, вчера тут какие-то моржи были. Либо тут вообще, я не знаю, не замерзло как-то. Бля, сегодня сколько? Не знаю, сегодня холодновато такое. Я скоро последую за ним. Так, сейчас мы снимем обстановочку. Ну, тут есть кое-где такие. А, ну тут тоже замороженные такие участки. Издалека как будто вода. Понедельник день тяжелый. Посмотрим, удастся ли нам искупаться. Я пока не раздеваюсь, потому что не уверена, что получится. Ну, судя вот по той дырочке, которую сделал Анжик, возможно, получится. Главное не порезаться об лед. Да. Анжик себе делает ванну. Анжик делает ванну, добывает ее усердно. Какой ров сделан хорош. Расширь его, чтобы ноги не порезать. Ну, не знаю, по мне это кажется как-то узенько. Поплавать, конечно, сегодня не удастся, но окунуться получится. Ну, блин, какой, блин? Больше 100 метров. Вот так викинги с Норвегии в Данию шли. Ну, тебе до Дании, в принципе, не так далеко осталось. Давай, старайся, дойдешь как викинг. Тут тоже лед. Кто-то ломал вчера. Тут уже толще. Ну все заледенело. Слышь, Маш, тут уже толще лед. Наверное, хватит, да? Ну да. Теперь ты будешь там как чай со льдом. А? Как чай со льдом там будешь плавать. Вернее, как чаинка. Жаль, не проплыться, да? Не проплыться. Смотри, это вначале осторожней. Следующий пошел. Мне даже страшно, потому что здесь как-то ничего нету. Там нету, там лед. Я шел поверху, елки-пал. Блин, Маша, а ты легче меня. Я и то не провалился. Ты хотя... Господи. Хотя ты легче. Реально будет порезаться. Там аккуратно, там такие это, куски льда. Да. Ну сегодня грусть, сегодня, наверное, минус 5, минус 6, может больше. Ну в воде вообще классно, я так посидел.
Блин, вот подо мной ломается, Маш. Слышь? Подо мной лед ломается. Подумал, слышь, я шел бы, аж проваливаться стал. Ну как? Бодрящее купание свершилось. Я аж порезался. Так, это уже лед, да? Да, аккуратнее иди. Потому что я шел, потом ломался. Может реально провалиться? Да.